Привет! Привет! Вы на канале Baby Show. Сегодня мы с Настей ездили в магазин за покупками. Сегодня был день нашей модницы. Мы купили много всего интересного, и сейчас мы вам покажем, что мы приобрели. Давай покажем? Давай. Вот такие вот интересные игрушки с конфетками сладкими. Мини и радуга, да, у нас лошадки? Да. Да. Вот такая вот интересная коробочка. И да, там внутри у нас лошадка и нежный зефир. Будем тоже спробовать, что там нам попадется. Купили вот такой вот интересный и красивый самокат. Холодное сердце. Вот у нас Эльза тут нарисована, да? Да. Так, что еще у нас? Вот кроссовочки такие для девчонки модные. Потом вот такой вот серьезный большой набор настоящего маленького доктора. Да? Да. Тут всякие разные инструменты. И они у нас непростые. Они у нас вот с такой подсветкой. Да? Да. Тоже будем смотреть. И купили Настеньке вещички разные. Да? Ну-ка, давай покажем интересные какие-нибудь. Такая вот футболочка. Ну-ка, давай примерим. Давай. Вот так вот, ну-ка. Классно? Да. Кофточки разные. И какой птиц? Да? Смотри, а это кто у нас тут? У нас пчелка? Да, пчелка. Ну, такие вот цветные вещи. Такие лосинки, да? Ну-ка, да. Покажи, какие. Вот такие вот, да? Да. Настя любит у нас яркие вещи. Такие вот футболочки для нашей модницы, да? Да. И Зоза Кити. Ну. И Зоза Киса. И Зоза Бабочка. И бабочка. Ну, классные такие. И вот такой вот весенний жилет. И летом пойдет прохладную погоду, да? Когда ветерок. И вот такую вот курточку цветную, да? Да. Нравится, Настя? Да. Пойдем сюда. Так вот. Вот такая вот у нас курточка. Настя частично выбирала сама, помогала, да? Да. Вот такие вот мы сегодня сделали покупки разные. Насте все очень понравилось. Смотрите в следующих видео. Как мы будем открывать наши сюрпризики. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. Подписывайтесь на наш канал Baby Show. Всем пока! Всем пока!